Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка небольшая. На этот раз ради смеха куплена защита для видеокамеры, а именно видеокамера ноутбука, планшетов и так далее. Особенно для тех, у кого паранойя о том, что за ними подглядывает большой брат во время того, когда они выполняют какую-то работу. Так вот, для этого служат соответствующие закрывашки, которые бывают как пластиковые различного типа, так и металлические. В данном случае куплен металлический вариант закрытия веб-камеры, ноутбука или планшета с магнитным слайдером. Причем продается в различных вариантах по цветовой гамме, так и по количеству. В данном варианте у нас представлен сет, несколько штук, а конкретно 3 штуки черного цвета. Можно выбрать и одну, и две. Причем можно выбрать даже по цветам разные, от серебристого, розового до черного варианта. Ссылки будут в описании, кому это понравилось, могут воспользоваться этой ссылкой и посмотреть, нужна ли им эта заглушка для веб-камеры непосредственно ноутбука. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Поставляется вот в таком варианте, стандартный пакет. Здесь не написано, чего производство. Ну, похоже, как и обычно, обычная практика Китайской Народной Республики производить все на одном заводе, а дальше уже варианты с обозначением марок непосредственно всех желающих, кто хочет продавать данные продукты. Хотя это уже не китайская практика, еще и в дальнейшем, и давным-давно это уже было, например, когда известные бренды, например, Panasonic, Philips, чтобы не строить заводы в Европе и так далее, обменивались тем, что ввиду того, что станки практически одни и те же, которые изготавливают, например, ноутбуки либо какую-то электронику. Так вот, на заводах Panasonic собирались Philips, а на Philips, например, собирались Panasonic. Ну и другие фирмы точно так же осуществляли столь взаимовыгодную кооперацию и изготавливали различные продукты непосредственно на одном заводе. Китайцы это приняли и в настоящее время вот производят как вариант данный продукт. Давайте посмотрим, что находится внутри. А вернее, внутри уже все видно. И видим, что сзади есть пленка, благодаря которой все это дело и наклеивается непосредственно на поверхность, где у нас будет находиться веб-камера, и пазах движется непосредственно защелка для закрытия веб-камеры. Давайте сейчас посмотрим, как все дело устанавливается непосредственно на ноутбук. Итак, давайте смотрим. Так, как видим, все прекрасно наклеивалось. Чтобы не использовать скотчи различные, каждый раз отрывать и наклеивать, либо один раз заклеить и больше не отклеивать. Один раз наклеили, достаточно все хорошо сидит, и нужно, когда вам закрыли веб-камеру, а когда не нужно, наоборот, ее нужно использовать, то открыли. И у тех, кто страдает паранойей, такая болезнь исчезла. И живете прекрасной жизнью. Тем, кому необходимо, могут сделать свой осознанный выбор. Ссылки будут в описании. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.